Всем здорово! Сегодня мы опять играем в Балди, и сегодня я попытаюсь как бы собрать все эти тетрадки. Так, сейчас мы решаем примеры, как всегда. Вот, 5 плюс 6. Потом там другой будет пример, другой, и короче мы эту тетрадку решим правильно. Но нам надо еще решить. И вот только на второй тетрадке мы и запнемся. Так, одна тетрадка собрана. Не хочу я брать твою монету. Он, короче, типа говорит, иди возьми свою награду. Типа, получи ее, ты молодец. Давай, иди работай дальше. Наверное, вы поняли, что он сказал. Он сказал, типа, иди, тебя ждет работа. Открывай тетрадь, пиши пример. Так я это и делаю. То, что он сейчас говорит, это он говорит про примеры. Так, 7 плюс 5. Ну, тут дураку понятно то, что будет. Ладно, я ждем. Так, 1 минус 4. Минус 3. Вот, вот этот момент. Вот тут, не знаю, что написать. Вот то, что он сейчас говорит, такое, это засекречено. То есть несколько цифр в одном сложить надо. Он их типа уже сложил, но не сказал. Сказал только плюс, плюс, там что-то равно, а цифры не сказал. Ну ладно, напишем ему какую-то фиговинку, потому что я не знаю пока что писать. Мне кажется, там какой-то номер. Мне не нравится, как он так делает, но смешно. Так. О! Пошла плёточка. Вот так. Ладно, там он ходит. Ну и пусть ходит. Извините то, что давно не снимал. Ну, как давно? Вообще долго не снимал. Просто, блин, работа, дела, блин. Ну, какая работа может быть? Не, просто немножко занят был. Да чё ты бегаешь, что ты меня пугаешь? Не-н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 е, уйди. И ты уйди. Все уйдите. Я вас ненавижу. Балди, заберите, идите. Извините, просто... По-моему, блин, этот директор какой-то не директор. Потому что он мне надоел. Он мне надоел, он меня обижает. Теоретически. Вот, опять этот пример. Кстати, вы заметили, они постоянно меняются. Угу. Поэтому нам будет сложно. Но я обязательно узнаю, как это делать. И, может быть, в следующем видео мы сделаем это. Наверное. Потому что сейчас от нас зависит судьба всего человечества. Ну, хотя тут вообще недолюди какие-то. Так, возьмем этот. Нам этот энергетик нужен только для того, чтобы можно было его выпить и как оттолкнуть Балди, чтобы он полетел далеко и надолго. Что это? Директор, ты там какой-то непонятный, у тебя что-то трубу прорвало, воздух выходит. Или ты тигра завёл какого-то. Теперь я понял, что это за полосочка вон там зеленая. С помощью нее можно ускоряться. И чтобы у нас... Я еще узнал то, что тут есть бесконечное... Это, бесконечное ускорение. А чтобы оно было... Просто надо зайти в столовую и взять эту долбанную шоколадку. Только я не знаю, как ее активировать. Она вообще тут ничего не активируется. Я не знаю, как я... Я говорю, я не знаю, как в эту игру играть. Я только вот недавно же начал. Слышите? Он быстрее стал шлепать. Где ты? Фух, там его нет.
Но я надеюсь... Но я надеюсь, что все будет... Я хочу чуть-чуть зачистить. Не хочешь? Слышали, что сейчас было? Он так близко ко мне подходил, либо из-за стены слышно было, либо где-то. Кто-то мне в комментариях писал то, что им не нравится мой шкаф. Чем вам мой шкаф не понравился? Вот он такой хороший. Хватит мне писать сообщение. Уди. Всё. О, господи. Что тебе надо? А тебе что надо? Что вам всем от меня надо? Ушла! Сдрысни! Давай, вали. О! О! А! О, господи, какой у тебя кривой нос. Тебе его этот сломал. А, ты не можешь. Ты ничего не можешь. А я пойду за девочкой. Так. Я лучше за ним не пойду. Да ты задолбала меня уже. Сама прыгай. Не-не-не-не, нет. Ох, и такая какашка. Ладно, ребят, я не понял, что это было, но давайте еще раз попробуем. Заткнись. А, буду плакать. Ну я же мужик, я не буду плакать. Там что, обезьяна? Кстати, вы заметили то, что у меня это камера немножечко это как зеркало в другую сторону смотрит. Поэтому у меня теперь не здесь, а вот здесь микрофон, как там. Потому что как бы я камеру поменял. Я раньше пользовался обычным бандикамом, а сейчас я в бандикаме выключил камеру, а сам бандикам оставил, чтобы он снимал видео. Тебе нельзя выходить и выполнять другие задания, пока ты не выполнишь эту работу. Какая работа? Ты о чем, Балди? Я с тобой, блин, балдеть не собираюсь. Ты обалдел, что ли? Балда ты. Столько можно названий к нему придумать. Балда, обалдел. О, Балди. Бутик. Ну, чё ты улыбишься? Наркоман ты зеленый. Вон. Вот доказательство. Теперь я наркоман. Я наркоман, я тебя сейчас отшлёпаю линейкой. Давай. Только попробуй, я тебе зад надеру. Ты задолбал меня уже. Сдрысни отсюда, чтоб я тебя в этой школе не видел. Мне не нужен такой директор. И ты мне не нужна. Валим. Никого. Моя монетка. Там только что носок был. Там был носочек. Я его видел. Надеюсь, это не мой носочек. Хватит свистеть! Я вот не понимаю принципа в этой игре. Ладно, отвлекся. Так. Игра странная. Очень. Но я надеюсь, что у нас все по... Чё сейчас было? Какой-то глюк. Дверь там пух! Ох! И Балди далеко был. И хорошо, что далеко. О!
Дети, что вы стулья разбросали? Нельзя было их вам на голову набросать. 8 плюс 8, 16. 4 минус 6, минус 2. Наркомания. Я не люблю, когда ты решаешь примеры неправильно. Да ладно, как будто я люблю, когда ты мне на мозги капаешь. Ну ладно. О, господи, я уже бежать хотел. Я уже хотел бежать. Вон она, кстати, шоколадка. Но брать мы ее не будем, так как у нас нету времени. Да пошла ты! А то я думаю, что за музыка? Надо было бежать в обратную сторону. Она... Не-не-не-не-не, я успею, давай. Не, вот это поворот! Че сейчас было? Кстати, ребят, есть такое приложение «Друг вокруг». Так что, если что, будет хорошо, если вы его скачаете. Я ненавижу вот это вот. Вау, написано. Где этот огородник? У нас уже 5. Что? Какого хрена? Я же все делал правильно. Он был вообще там на севере. Education and learning. That's me. That's me. Я тоже очень признателен. Ну ладно. Он так смешно делает, я всегда забываю об этом сказать. О, Клай. Как он у тебя делает? О, Клай. Квай. Квай? Что за Квай? Now it's time for everybody's favorite subject. Все, я не верю тебе. Ты сам научись. Problem 2. Great job. That's a good one. Ладно, всем пока-пока, удачи!